Всем привет! Сегодня поговорим об автобусе ЛАЗ-697М «Турист». Этот автобус являлся модернизированной версией автобуса ЛАЗ-697, который выпускался с 1970 по 1974 год на Львовском автобусном заводе. А сама модель ЛАЗ-697М «Турист» выпускался с 1970 по 1975 год. Данный автобус пришел на смену ЛАЗ-697Е, а впервые мир увидел ЛАЗ-697М «Турист» еще в 1969 году. Он имел несколько другое оформление передка, а также имелись аварийные выходы вместо некоторых боковых окон. Автобус ЛАЗ-697М «Турист» выпускался до 1975 года. Но начиная с 1974 года появились переходные модели автобусов, в которых перед был от ЛАЗ-697М «Турист», а задняя часть сохранилась от ЛАЗ-697. На видео показан автобус ЛАЗ-697М «Турист». Как вам такой автобус? Делитесь впечатлениями, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и до новых встреч, друзья. Пока!